Вот 5 советов, как избавиться быстрее от боли в спине. Если у нас что-то болит, мы стараемся меньше двигаться. Однако регулярная физическая активность – один из основных способов облегчения и профилактики боли. Даже если поначалу вы почувствуете небольшой дискомфорт, не следует бросать тренировки. Физическая активность помогает преодолеть скованность движений, укрепить мышцы и ускорить процесс выздоровления. Совет номер один – ходьба. Исследования показали, что аэробные нагрузки низкой интенсивности, например, ходьба, помогают облегчить боль в пояснице. Старайтесь больше ходить пешком, на работу, хотя бы часть пути, в магазин. Ходьба укрепляет мышцы, которые удерживают тело в вертикальном положении и улучшает стабильность позвоночника. Перерывы. Если вы долго находитесь в сидячем положении, например, когда работаете за компьютером, это создает большую нагрузку на поясницу, в результате чего в ней может возникать боль. Делайте регулярные перерывы во время работы, время от времени вставайте, делайте разминку. Растяжка. Нашему позвоночнику нужно движение, поэтому низкая физическая активность может усугубить боль в спине. Простые упражнения на растяжку мышц спины помогут облегчить боль и увеличить объем движений. Не делайте резких движений, упражнения не должны приносить боль. Упражнения выполняйте на ровной твердой поверхности. Плавание. При проблемах со спиной полезно заниматься плаванием. Оно практически не создает нагрузку на позвоночник и спину, ведь вода поддерживает наше тело. Желательно взять несколько уроков с тренером для отработки техники движений, поскольку некоторые стили плавания при неправильной технике могут создавать повышенную нагрузку на шею и спину. Укрепление мышц. Упражнения для укрепления мышц туловища, живота, спины и таза помогают облегчить боль в спине и улучшают чувство равновесия. Подойдут любые упражнения для мышц пресса и спины. Одним из основных упражнений, которые могут облегчить боль в спине путем укрепления мышц, поддерживающих позвоночник, является укрепление глубоких мышц живота. Важно! В случае резкой или внезапной боли во время выполнения упражнений, необходимо прекратить тренировку и обратиться к врачу или терапевту.